В области проходит республиканская акция «Безопасная дорога». Ежедневно на смену выходит более 300 стражей порядка. Главная цель акции – предупреждение и профилактика ДТП. Подробности в сюжете подготовлены при содействии областного департамента полиции. Водитель каждый свой маневр должен сопровождать указателем поворота. Да? Это написано в 595 статье. Честно, правила маневрирования нет. 159 патрульных, 153 участковых инспектора и еще 64 полицейских. В операции задействовали серьезные силы. На дорогах региона они выставили 111 постов и автопатрулей в населенных пунктах и на трассах республиканского значения. Целью данного мероприятия является повышение транспортной дисциплины среди водителей, профилактика нарушений правил дорожного движения и недопущение дорожно-транспортных происшествий. Также в связи с наступлением зимнего периода, ухудшение погодных условий, просим автовладельцев особое внимание уделить техническому состоянию своего транспортного средства, а именно своевременно заменить автошины. За 4 дня акции стражи порядка выявили более 1500 нарушений правил дорожного движения. 37 водителей находились за рулем в нетрезвом состоянии. 200 были не пристегнуты ремнями безопасности. Еще 224 лихача превысили скоростной режим. Однако пренебрегают правилами больше всего те, кто передвигается пешком. Это 267 человек. В основном люди перебегают дорогу в неположенном месте или игнорируют сигналы светофора. В полицейском ведомстве подчеркивают, что количество протоколов не главная задача операции. В приоритете предупреждение и профилактика дорожно-транспортных происшествий. Напомню, акция «Безопасная дорога» продлится до 27 октября. Абай Альжанов при содействии областного департамента полиции.